Уважаемые дамы и господа, сейчас мы для вас исполним не песню, а целую композицию, такой, знаете, театр у микрофона. Произведение это праздничное, посвящается взаимоотношениям человека и алкоголя в разных бутилировках. Тигр, конечно, не употребляет, мы понимаем, но мы-то люди, нам свойственны слабости, в отличие от него, хозяина Приморской тайги. Итак, называется все это дело 0507033. Сейчас на сцене появятся два драматических персонажа. Это будет математик в исполнении Сергея Сергеевича. Прошу любить и жаловать. Розовый пиджак, клавиши. И электрик в исполнении Павла Петровича. Серый пиджак, саксофон, бокал. Вообще молодец. Нет, Серега тоже молодец. У него, кстати, сегодня день рождения. И это не шутка никакая. Поэтому следующая песня посвящается ему. Ну и немножко Павлику. Итак, что такое? Ребята будут солировать во время этого произведения. Им будет очень приятно, если вы их поддержите аплодисментами, когда они будут солировать. Стоп, стоп, нет. Когда они будут солировать, пока им еще неприятно. Нет, нет. Так, готовимся. 05, 07, 033, пожалуйста. Математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции, сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне списать десятичные дроби, потом целовались с тобой в гардеробе». И тут я читаю недавно, когда-то что ты стал гением, лауреатом, а ну-ка пойдем-ка все это отметим, и что бы вы думали, он ей ответил. Сейчас подержите, Серега! Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Что к этому моменту во мне уже внутри 05, 07, 033. Один электрик приходит на вызов, где-то к обеду, то есть не трезвый. Звонит звонок, поправляет кепку, ему открывает вот такая брюнетка. Ой, я не одетый, вы извините, да вы не стесняетесь, вы проходите, муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный искрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете. И что бы вы думали? Он ей ответил: помогите Павлу, ребята! Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Что к этому моменту во мне уже внутри 05, 07, 033. Что математики, что электрики. Первых я видел в гробу в белых тапочках, электрики мне вообще до лампочки. То ли дело судьба музыканта, особенно после второго стакана. Девчонок вокруг видимо-невидимо, а вот здесь, ну не знаю, тут уже пища минимум. Чуть меньше. Эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания. Явно готовы пойти навстречу, и что бы вы думали, я им отвечу. Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Что к этому моменту во мне уже внутри 05, 07, 033. 05, 07, 033. Простые числа, 0, 33. Простые числа, 0, 33. Простые числа, 0, 33. Простые числа, 0, 33. О, простые числа.
все мертвецы. Опять нашла Игрика. 0:33.